Этот масштабный ремонт должен стать новым импульсом развития Металлурга. Завершается комплексное благоустройство проспекта Металлургов и площади Мочалова в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили около сотни новых дизайнерских скамеек и 30 так называемых бульварных диванов. Урны практически на каждом шагу. В темное время суток здесь теперь не менее комфортно. Уют создают 60 новых светильников, которые дают рассеянный свет. Осталось только уложить рулонный газон. После такого наш ремонт прекрасный. Все нравится. Но я лично очень рад. Ноу-хау для пешеходов и водителей. В Самаре впервые появился мощенный пешеходный переход. Плитка разных цветов. Теперь коммунальщикам не придется ежегодно обновлять рисунок зебры. Кому перчатки еще? Все. Все. Перчатки кому? Перчатки все разбирать. Моют лавки, метут тротуары, готовят клумбы к укладке рулонного газона. Уют и красоту наводят волонтеры. Благоустройство нашего любимого города – это святое. В 2011 году здесь очень было ужасно и впечатление так себе. А сейчас, вот в 2019 году, благодаря проекту «Комфортная городская среда», все видоизменилось, стало очень даже приятно ходить и гулять здесь. Когда оценить качество работ приехали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина, жители попросили их поставить дополнительные скамейки. Попросили побольше скамеечек поставить на площади Мочалова в зоне остановки общественного транспорта. Мы на эту просьбу среагировали. Самарцы смогут прогуляться по полностью обновленной площади Мочалова и бульвару Металлургов уже в День знаний. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.